Красноярцы чаще других жителей Сибири берут кредиты. Такую статистику подвели специалисты из Ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Оказалось, что за текущий год сумма выданных кредитов составила 1,5 триллиона рублей. И почти 18% от всех средств, а это около 270 миллиардов рублей, заняли жители Красноярского края. На втором месте наши соседи из Новосибирской области и замыкают тройку лидеров кредитования жители Иркутской области. А вот меньше всего кредитов берут в Республике Алтай. О других новостях в сфере банковских услуг расскажет Татьяна Софьянова. Разгар лета – любимая пора всех покупателей. Сейчас во всем мире проходят сезонные распродажи. И оказывается, в это время щедрые предложения спешат сделать не только магазины, но и серьезные финансовые организации. Если вы планируете оформить кредит, сейчас самое удачное время сделать это. Банк «Восточный» проводит так называемые дни продаж, когда воспользоваться финансовыми услугами можно на особых, более комфортных условиях. Дни продаж банковских услуг «Восточный» начал проводить одним из первых в стране. И очередное такое мероприятие запланировано на 1 августа. В этот день мы предлагаем кредит по ставке 9,9% годовых. И самое главное, все особые условия, которые мы предлагаем клиентам вне продаж, будут действовать на весь срок пользования кредитом. Иными словами, оформив кредит в такой особый день, вы получаете долгосрочную скидку. Кредит оформляйте сейчас, а тратите деньги, когда необходимо. Если в магазинах товары с распродажи быстро заканчиваются, то в банке таких ограничений нет. 1 августа Банк «Восточный» будет работать до последнего клиента.